Итак, о, амигос, всем хорошего настроения и приятного просмотра. С вами GameCase, Добров-Бобров, игра Ханах, демо-версия. Продолжаем. И у нас два варианта, сюда пойти или сюда, и я не знаю опять куда, потому что в первый раз мы в дверь не в ту вошли, и или в ту, но вернуться мы не смогли. И это очень интересно. Или тут не обязательно как бы во всех быть потайных ходах. Или все-таки надо было туда идти. Тут какая-то очень длинная дорога. Или это игра из тех, знаете, есть два пути, но всегда попадешь туда, куда надо. Можно возвраты и тут не рассчитано. Хотя, с другой стороны, по-моему, это и есть возврат. Или нет? Есть сомнения. Да, вот она и дверь. Все-таки да, это и есть возврат. Короче, у нас так интересно стало, что теперь ее не спустить вниз. О, залез я. Хватайся. Интересно. Хотя подожди. Может, это для того, чтобы вернуться? А я его решил скинуть. Да. Или это для этого, или для этого, для того, чтобы вернуться. Что это вряд ли. Что сюда. Ладно, пошлите в эту сторону. Или надо, знаете, как сделать? Да. Или вообще не пользоваться. Потому что для этого у нас есть еще другой проход. Так вот. Мазафака, ватафака. Короче, надо туда запрыгнуть, только не пойму, в чем прикол. Даже если я запрыгну. Ха-ха.
А, оно автоматически поднялось. Так, это уже намекает мне, что это... Что ли, я ничего не вижу. Может, это основной проход, а я там дверь все-таки не прошел. А назад тут теперь точно нельзя. Вот реально, блин, не поймешь. Ну да, ладно. Может, какой-то возврат еще будет? Эта дверь не открывается. Это тоже. Шестеренки надеть. Это слишком большие, чтобы я их поднял. Вон шестеренка внизу вижу. Ага. Вокруг оббежал. Че, эти шестеренки не подходят? Почему? Вау. Улетел. Очень странная камера. Ну блин, тут дверь, там много очень этих проходов и не знаешь. Не пропустишь ли ты какой-нибудь контент? Блин, ну камера, ну камера. Замечательная. Да, блин, двигайся ты. После загрузки пару секунд не двигается, поэтому надо еще ждать. Кассета. И все, это тупик, да?
куда, блин? Мало того, что камера поворачивается, еще шестеренки ж крутятся. Почему нельзя камеру поворачивать, блин? Это очень странная траектория, блин, прыжка. Так. Ладно, но одна шестеренка есть, а их три надо. Да, камера какая-то бешеная. Вообще не туда. Я не могу ракурс понять. Хватит поворачиваться вместе со мной. Пора чи не пора? Вообще не туда. Направо, что ли, надо? Как будто задом прыгнул. Не понимаю, блин, этого ракурса, ё-моё. Куда я прыгаю? Вот вообще не видно. Ладно. Наконец-то. Ну ладно, это только первая шестеренка, где остальные? Где остальные шестеренки? Двери не начали открываться, нет. Тогда очень странно. Где-то сныканы. Я вроде дорог больше не вижу.
Это круговая у нас. О, во, вот формы. Сразу и не увидел, когда первый раз ушел. Потому что камера не поворачивается, блин. Какой ракурс? Вправо, влево? Вот вообще не туда. Назад чуть-чуть, что ли? Ну да. Вперед, походу. Нет, не вперед, вправо опять, что ли? Назад. Да, чуть назад надо было. Ракурс, конечно, вообще. Ну ладно, этот назад. А, это я сейчас уже здесь. Этот влево, что ли? Нет. Ладно, это чуть назад. Угу. Влево-вперед? Да, влево-вперед. Прямо? Влево? Прямо, да? Совсем непонятно. Ракурсы. Очень любопытные. Айс прыгнул. Считай, что... Понятно, застрял. Чуть назад и влево, да? О, вот и эти двери, да? Понятно. Осталось последнюю шестеренку найти. И так я не знаю, что в той двери было. Ну же, я право прошел. Вот непонятно было. Подожди, две шестеренки хватило? Третья, что ли, не нужна? Там жишка какая-то. Убила. Происходит, что мы делаем? Что хоть шестеренки собирали сейчас? Какая цель? Рычаг. Это якобы босс. Четыре таких надо. Вон еще один. Если бы камера могла разворачиваться, было бы виднее, что происходит вообще. Что, разве с оттуда можно прыгнуть? Вряд ли. Или это вниз имеется в виду? Типа так. Да.
Перебор чуть. Даже тут упал. Да, блин. Ракурс камеры, конечно. Это что-то с чем-то. Где промежуток тут? Тут шестеренки, в смысле? А как я должен запрыгнуть? А! Чуть-чуть камера подвинулась, хоть что-то увидел. Не, в другую сторону, в смысле? Ты что, прикалываешься? Бок нажимаю. Очень странная механика. Игры, камера развернулась. А я сейчас вообще не вижу, куда я прыгаю. Да, игра вроде неплохая. Но, блин, камера странная максимально. Я вперед нажимаю, чтобы идти назад. Вот реально, блин. Опять же, кнопок 4, а этих двое, которая должна падать. Ой, я спрыгнул, я хотел сократить просто чуть-чуть путь. Типа как бы... Вот так. Перебор. То, что она не только в бок, но и вперед, да? Вперед и в бок. В бок ровно. Промазал. Спешил. Я ничего не вижу. Я не знаю, что он и зачем. Просто с него допрыгнуть, что ли? Или чего? Если бы можно было камеру крутить, было бы понятнее. Чего? Так как-то допрыгнуть, что ли, надо? Так высоко ж. Thank you.
все-таки 4. Так а что с четвертым? Как? Я ни черт вас не вижу, блин. Будем предполагать, что здесь. Но мы не можем понять, куда нам прыгать. Нет, не сюда. Из-за постоянно поворачивающейся камеры вообще непонятно, реально. Назад и в бок. Ладно, допустим. А тут? В какую сторону вообще? Так, назад и вправо. Перебор даже. Назад и вправо. Раз. Чистый в бок, наверное. Вправо я имею в виду. Нет, чисто вправо. Промазал. Вправо и назад. Тоже перебор как-то. Блин, камера постоянно поворачивается. Тоже что ли чуть назад? Да, чуть назад все-таки тоже было. Ай. Блин. Назад. Угу. Вот теперь точно вперед, да? Или нет? Да, вроде вперед, а теперь опять повернулась. Задолбала камера. Вот повернулась, вот чё? Да ты прикалываешься, блин, со своей камерой дебильной. Только начинаешь вроде понимать, в какую сторону прыгать, камера развернулась. Хватит поворачиваться. Так, назад, да? Блин, да как ты? Хорош дрыкаться. Я не понимаю, блин, так. Чё оно все дергается, блин, все время? Блин. Я-то могу отдалить камеру, но отдаление камеры не поможет. Или поможет? Она все равно поворачивается. Тут бы не поворачивать, зафиксировать бы ее как-нибудь. Что толку, что я ее отверну, блин? Да я не понимаю, блин. Из-за того, что оно поворачивается, то так можно было не допрыгнуть. Ну, сами шестеренки. Плюс еще и камера, блин, поворачивается.
Так, я же явно вперед, я помню. Сейчас камера развернулась опять. В какую сторону-то? Я не понимаю. Теперь с самого начала, еще хуже. Специально, чтобы легко не было, или я не понимаю. Чтобы задолбаться на прыжках. Так, тут все еще назад, да, чуть надо. Чуть назад и вправо. И тут тоже, по-моему, чуть назад и вправо. Перебор. Вот не поймешь. А теперь мало допрыгнул, хотя точно так же нажимаю назад и вправо. Вот теперь далеко улетело. Может, управа есть еще какой-то, типа... Как сказать? Сильно вправо, мало вправо. Этот ракурс, конечно, вообще странный. Вот вообще сейчас улетел. Хотя я вправо прыгал. А он упрыгал в другую сторону. Вообще, я сейчас тоже вправо. Он прыгает вообще, ну блин, за камеры. Ну, то есть вы идете вперед, в какой-то момент, когда камера разворачивается, это уже зад. В принципе, когда я по той балансировал, я и говорил. Я нажимаю назад, он идет вообще в обратную. Да ну как ты? Тут еще прыгать и прыгать, ё-моё. Они специально меня возвращают к первой шестеренке, да? Как, куда он прыгает вообще? Да я ж вправо нажимаю, в смысле, блин? Вот реально. Это было направо сейчас. Такое ощущение, как будто рандомно вообще летит. Ладно, подожди. Камера разворачивается, и вообще ты нажимаешь в одну сторону, бежит в другую. Так, стоять. Так, север чисто вправо. Или это не здесь? Нет, там было вперед. Дебильная камера. Так, прямо. Прямо. Вот тут вправо, да? Сейчас камера повернется, я это уже знаю. Чистейше вправо. А вот тут я не понял, куда. Камера, камера, стоять. Вот куда? Я поражаюсь этой камере. Я не понимаю, в какую сторону прыгать. Ты визуально смотришь, что тебе надо просто влево. Но прыгать не влево, блин, нифига. Короче, этим моментом в игре меня решили, по-моему, задолбать они. Так, тут, по-моему, прямо.
Вот тут надо будет вправо. Ровно вправо, без назад. Вот тут что? Назад, может? Я не понимаю. А, блин. Ты издеваешься. На этом месте сохранилось. Это издевательство. Разработчики, вы что, совсем там? Че вы сделали камеру двигающейся, блин? Почему у вас право-лево, блин? Право-влево. Лево-вправо, блин. Блин. Так. Право и назад, да? Право и назад. Тут, по-моему, тоже. Вот я вижу, что она чисто вправо. Почему я назад должен нажимать? Тут прямо. Почему-то в этот раз не попал. Право и назад. После загрузки не хочет. Право и назад. Не прыгает. Самый сложный путь, блин, в игре. Да почему уж, блин? Персонаж может же на бордюру запрыгнуть, может. Так, прямо. Так, чисто вправо. Ну, можешь на бордюру запрыгнуть. Ладно, я промазал, конечно. Вот, на бордюр цепляется. Все. Этот прыжок мне все мозги сделал. Почему я тут должен вправо и назад прыгать? Так, прямо, прямо, прямо. А что если дырочки не совпадают? Вот как? Не совпадают дырочки. Разрабы поиздевались, короче, над людьми. Если я тут понимаю, что вправо и назад. Ну там же дальше камера поворачивается. Какие интересные ракурсы прыгания, блин. Ё-моё. Мы застряли на этом месте. Ну я не понимаю, я тут, ну ты вообще. Ты вроде и рядом, но ты прыгаешь не в ту сторону вообще. Потому что никого не волнует, в какую сторону ты смотришь. Вот как я туда прыгнул? Никому непонятно, и даже мне непонятно. Я не понимаю, вот ровно ж было. Прикол, если это реально конец игры. Ну почему ты не...
Это издевательство. Тут у нас шестеренки сохраняются, там как специально не сохраняется. Чтобы проходить все заново, заново и заново. Так, чисто вправо надо. Я не понимаю, как тут. В какую сторону прыгать-то? Ну какую, блин? Почему я просто не могу, блин, там влево, вправо? Как в нормальных играх. Почему камера просто не может сбоку находиться? Вот она просто намертво, блин. Смысл, что я спрыгнул, если здесь сохранилось, оно нафиг. Да я не понимаю. Чё с направлением в этой игре? Камера двигается, блин, я должен за камерой, блин, поворачивать, блин, персонажа. Вот, вот куда ты, сумасшедшая камера, блин? Вот куда ты? Ты же должна была стоять на месте. Какого ты дернулась-то? Это издевательство. На мышку не дергать, а то она подергивается, да, камера? Не сильно, но типа. Почему не сделали дальше сохранение на шестеренках? Ладно, как тут? Да я вообще никак не попадаю туда. Уже какая попытка? Меня, честно говоря, не раздают, потому что я не понимаю, как прыгнуть. В какую сторону, блин? Вы явно, наверное, когда смотрите сейчас, вы не понимаете, о чем речь. Ну, то есть ты смотришь типа вперед. А иногда это не вперед, а зад. А иногда вот так вот камера просто на 180 градусов развернулась и все. И пофиг, куда ты смотришь. Главное, куда оно развернулось. Вот сейчас куда это, вы думаете, я прыгал? В бок, что ли? Я прыгал вперед. На кой так сделано, я не понимаю. Поэтому эти я вроде разгадал, но ту шестеренку я не могу понять, блин, в какую сторону прыгать. Тем более иногда надо по диагонали просто прыгать. А не просто там вперед-назад. Вот сейчас только вперед. Единственное прыгаю. Ровно типа вперед. Ладно, здесь я запрыгну. Интересно, ровно в бок? Или с каким-то приколом? Вправо? Вот видали, не ровно вправо. Но я как-то выдержал.
Вот я должен, блин, думать, в какую сторону, блин. Фу, наконец-то. На кой вы так сделали? Кто-нибудь мне объяснит? Сорок раз на том месте, блин. Ужас. Вот куда вот это вниз? Вроде сюда. Это вообще не поворачивается, получается. Короче, тут дверь я так и провтыкал. Неужели 125 миллионов попыток? Говорят, головоломка. Это не головоломка. Еще нажать надо. В кукусе лезть демоны. Что происходит? Очень странный сюжет. Вот камера, вот что вот показывает? Пол, блин. Вот за это я и говорю. Камера бешеная. Камера никакой совести. Одной хватит. Ага. Чего? Через стены смотрим. Да что? Это специально было так придумано? Я не пойму, вы специально такую камеру сделали? Чё это за дела такие? Теперь вы наконец-то, наверное, поняли, о чем речь. Просто странная какая-то дичь. С собой шлепалку брать, я не пойму.
Я не понимать, блин. Хотели на тебя запрыгнуть. Ты издеваешься, да? Вот в чем головоломка. Догадайся, как прыгнуть. Ничего не понимаю. А, понимаю. Сюда, наверное, допрыгнуть на веревку. Нет. Чего тогда? Спасибо, что мы смотрим через забор. Очень странные дела, короче. Я вижу, можно прыгнуть туда, может прыгнуть сюда. Зачем столько дорог? Нифига непонятно. Куда я полетел? Без понятия. Спасибо. Что я смотрю через какую-то дырку? Я думаю, наверное, на этой сохранялке мы пока приостановимся. Вот что, куда я тяну? Вы мне камеру повернете, нет? Спасибо. Во что я уперся? Что происходит? Вы уверен, что это головка? Это, по-моему, просто... Чего, блин? Короче, издевательство продолжается, я понял. Через стены, блин, лежу. Бля, я сквозь текстуру провалился. И что теперь делать? Понятно. Короче, да, на этой великолепной ноте. Пока прорвемся. Интересная, но дичаще странная с точки зрения камеры и всего остального. Да. На этой великолепной ноте спасибо. Заходите еще. С вами был GameKS и игра Хнах. Хананахадах. Не знаю, как правильно, короче. Хай будет так. Добро, бобров. Увидимся в новой игре.